Не насчитали ему элементов. Все же он прорвется. Такахико Кодзука из Японии. Катается под музыку Ференца Листа. Фортепианный концерт. Лидер на льду.
Ну что ж, постарался Такахико Кодзука, чтобы не растерять свое преимущество, полученное в короткой программе. Не знаю, как вам. Я с трудом к следующему выступлению Такахико Кодзуки вспомню, о чем была эта программа. Разве что за исключением некоторых элементов. Сейчас мне из Пекина сообщили, что у нас там произошло с Сергеем Вороновым. Врач диагностировал растяжение внутренней связки правого голеностопного сустава. Дай бог ему здоровья. Не очень хорошо Кодзука исполнил четверной. Аксель вытащил в свойственной ему манере. Сделал лутц с тулупом, потом блестяще отвращался. Второй аксель с двойным тулупом и ридбергером очень хорошо смотрелся. Потом флип, лутц с тулупом, еще один. Ридбергер и сальхов. В общем, весь спектр прыжков. Но вот так вот он катал эту программу и... И что вы после этого скажете? Такахико Кодзука в этом году свою произвольную программу готовил вместе с Мариной Зуевой, как с хореографом. Также Юка Сато хореограф, но был Сато его тренер рядом с ним. И вот он получает свой лучший результат в карьере, 156 баллов. Можно еще и вот это запомнить, хотя в цифрах легче потеряться. Занимает он первое место. И все остается так вот, как мы и предполагали несколько минут назад. Такахико Кодзука первый. Вслед за ним Брэндон Мросс с отставанием очень серьезным. Томаш Вер.